Историческая сделка между Турцией и Венгрией. 20 августа страны заключили соглашение о поставках природного газа. Об этом сообщает Униан, ссылаясь на турецкую газонефтепроводную государственную компанию. Между БОТС и венгерской государственной компанией MVM Synergy было подписано историческое соглашение об экспорте природного газа. Поставки природного газа из Турции в Венгрию начнутся со следующего года. В компании отметили, что это соглашение является первым по экспорту природного газа через трубопроводы в европейскую страну, которая не имеет границ с Турцией. Кроме того, было договорено о развитии сотрудничества по использованию инфраструктуры сжиженного природного газа Турции и хранилищ природного газа двух стран в рамках общих интересов. Соглашение подписали генеральные директора компании во время визита турецкой делегации во главе с президентом Турции в Венгрию. Напомним, соглашение о транзите российского газа через Украину истекает в 2024 году. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина не собирается продлевать соглашения, обеспечивающие поставки российского природного газа в европейские страны через Украину. В настоящее время Венгрия получает около 80% своего природного газа из России. Большая часть импортируется через трубопровод «Турецкий поток», проходящий по территории Сербии. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярту заявил, что Сербия готова увеличить поставки природного газа РФ в Венгрию, если Украина не продлит соглашение о транзите газа в Россию.